Самара может стать узнаваемым туристическим брендом. Для гостей города уже готов и специальный космический тур. Его концепцию сегодня презентовали для туроператоров и журналистов. Программа рассчитана на выходные, включает проживание в загородном санатории, экскурсию по интерактивной выставке и посещение музея «Самара космическая». Это тур – первая реализованная идея проекта «Космоград.рф» – сайта, куда стекаются идеи по развитию города и всему, что связано с космонавтикой. Это, по сути, уже завершающий этап. Мы анонсируем конкурс на лучшие креативные идеи, которые будут размещены на сайте космоград.рф. Предполагаем, что наши партнеры предоставят призы для всех тех, кто разместит свои идеи на этом сайте. Для участников космического тура музей под ракетой подготовил новые экспозиции. Своей исторической откровенностью цепляет выставка «Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышеве». Она о жизни простых рабочих оборонных предприятий в 41-м, эвакуированных в Куйбышев. Сложный переезд, постоянный голод, тяжелая работа и тревожные новости с фронта. Эти военные картины сохранил на своих страницах «Дневник Филиппа Разумцева». Удивил всем, во-первых, своей открытостью. Когда читаешь этот безупречный патриотизм, отношение людей и то, наверное, терпение нации, которое было проявлено с целью достижения главного – победы. Страницы дневника на выставке сопровождают подлинные экспонаты военных лет. В соседних залах история освоения космоса в матрешках, настоящие скафандры и звездные корабли. Это, наверное, самый футуристический зал музея «Самара космическая». Все экспонаты здесь о том, как кинематографисты прошлого представляли себе звездные полеты, космические станции и скафандры еще до полета Юрия Гагарина. Почти все здесь можно потрогать, рассмотреть и вчитаться. И это, конечно, заинтересовывает. И в какой-то момент чувствуешь себя так, как будто сам оказался внутри экспоната. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.